بسم الله الرحمن الرحيم. следующая مسألة. То есть сейчас что разбираем? Разбираем вопрос о обтирании головы, так? О протирании головы во время малого омовения. Следующий вопрос на странице 144. مَسْفَ الرَّاسِ بِخِرْقَةٍ مَبْلُولَ. Обтирание головы во время малого омовения сырым материалом или сырой ткани. То есть если человек обтер голову не рукой, а обтер голову ткани, так? Сырой, намоченной водой ткани. И считается ли его малое омовение действительно или нет? ذكر ابن قدامة في هذه المسألة وجهين للحنابلة. ابن قدامة упомянул в этом вопросе два мнения у ханбалитов. الوجه الأول, первое мнение, أنه يجزئه ذلك, لأن الله تعالى أمر بالمسح. То, что это является достаточным. То есть, если человек протерет голову мокрой тряпкой, так, то его малое омовение действительно. لأن الله تعالى أمر بالمسح, потому что Аллах Субхана Тааля приказал протирать. وقد فعله فأجزاه. И этот человек действительно выполнил то, что приказывает, так, то есть протер голову, обтер ее. فأجزاه. И поэтому этого достаточно. كماله مسح بيده أو بيد غيره. Подобно тому, как он обтер голову своей собственной рукой или рукой другого человека. То есть взял руку другого человека и обтер свою голову. وَلِأَنَّ مَسْحَهُ بِيَدِهِ غَيْرُ مُشْتَرَطْ بِدَلِيلْ مَالَوْ مَسْحَ بِيَدِ غَيْرِهِ. Потому что протирать голову собственной рукой не является условием действительности обтирания головы. И довод это то, что если человек протерет свою голову рукой другого человека, то его обтирание является действительным. Почему? Так как и в этом случае, и в случае с сырым материалом, так, сырой тканью, и в случае с протиранием головы рукой другого человека, в обоих случаях он выполняет приказ Корана, так, выполняет обтирание. То есть этот человек сам совершает действие. В первом случае он совершает действие тряпкой, так, во втором случае он совершает действие другой рукой, но совершает действие сам. Поэтому его обтирание является действительным. Это первое мнение мазхаба ханбалит. Халваджу сани. И второе мнение, ла юждиуху залик, ля анна набия саллаллаху алейху ва алейху ва саллам масха биядихи. Второе мнение, то, что это не является правильным и не является действительным. Потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейху ва саллама, не пришло от него, что он обтирал тряпкой или рукой другого человека. Так пришло, что он обтирал свою голову своей рукой. Варраджи гува ваджху л-ауэд. И правильным является первое мнение. Вакад закара ибн аль-Мулаффин аннаху кавлю л-Аузаи ван-Нахъи вас-Саури. И упомянул ибн аль-Мулаффин то, что это первое мнение о том, что это действительно так и позволяется. Не то, что позволяется, то, что этого достаточно. Если человек так сделал, этого достаточно. Это мнение Аузаи и Нахаи, то есть Ибрахим и Нахаи, и Ас-Саури, то есть Суфьян Ас-Саури, ва баъд аль-Маликия и некоторых маликитов, ва мазхаб аш-Шафии, и это мазхаб шафиитов. Почему мы говорим, что это достаточно? Если так человек сделает, то этого будет достаточно, потому что он выполнил приказ аята, так, он выполнил обтирание, алейкум ассалям, рахматуллахи ва баракатух. Он выполнил обтирание, и это явилось достаточным для него. Однако необходимо сказать, что этого не стоит делать, так, то есть не стоит делать того, чего не делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не стоит ограничиться тем, чем ограничился посланник Аллаха. Однако мы сейчас говорим об этом, что этого достаточно, это действительно, в том случае, если, например, человека дарура есть какая-то, например, боль в руках, или что-нибудь подобное, так, то есть ему приходится использовать что-то постороннее. Тогда это другой вопрос. Тогда в этом случае мы говорим, да, это достаточно. Однако если ничего ему не мешает обтирать голову своими собственными руками, и он обтирает голову какой-то тканью, например, или рукой другого человека, тогда это что? В действительности это омовение есть назар. Как бы необходимо посмотреть в этот вопрос глубже. Почему? Потому что хоть он и выполнил приказ Аллаха Субхана Тааля, но он этим совершает мухалиф аль-наби, так? Совершает противоречие посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому, тем более, если человек это делает рахбатан, а не сунна, так, как бы стремясь удалиться от сунны и делать наоборот не так, как делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то в действительности его обтирание есть сомнение, так? Однако, если есть какая-то нужда и так далее, то это будет действительно так, как он выполнил приказ Корана.